Так, трудяги, всем здорово. Смоленский день пахаря, или как правильно назвать, не знаю. Пока поснимать успел 21.03 Беларусь действия. Сейчас кое-что сделаем, одно дело. У пряника созрела гениальная мысль. Сейчас я продвижу свой товар, скажем так, и посмотрим. Лоло подойдем, потому что мне интересен, потому что у него будет конкурент хороший. В скором времени, которого я тоже покажу. Посмотрим Хано. 13.04 какой-то, не знаю, что за аппарат. Там стоит Ант, которого больше не выпускают. Тоже сниму вам его напоследок. Ага, игрушки щупают. Антезушки, DH тоже. Или цены ломовые. Белорусы. Ну и 125-й. Тоже посмотрим, что тут у нас есть. На рычагах он уже или нет? Смех смехом, а все возможно. Первые три штуки улетают бесплатно детям. Сейчас попробуем на оценочку. Ну что, здравствуйте, вам посчастливилось. Первые три образца. Ух ты! Держи. Ой, держи, ну, держи одну. Вот это а теперь оценочку дайте. А, ну основному там как-нибудь подрастет, наверное, спасибо немножко. Большое. Спасибо, дядя, скажи. Спасибо. Нет, главное на оценочку. Расскажи, что там? Что думаете? Мои скольки было? А? Не, просто свои ощущения. Спо всей. Нормально. Нормально? Переходим к 21.03. Самый ожидаемый, наверное, трактор. Самые притягивающие взгляды, потому что почему? Потому что это гусеница, потому что это белорус. Так, сейчас расскажу нюансы. Есть, короче, такие интересные моменты. Еще интересные моменты. Я смотрю вот на эти лодыжки и думаю, чем-то они мне от кировца напоминают. Прям очень напоминают. Я не знаю почему. И планка тоже очень напоминает. Все от кировца. Я не буду прям говорить, что это прям точь-в-точь, но очень-очень похоже. Ползем внутрь. Дети были очень эмоциональны, конечно, они не ожидали такого. А я смотрю, думаю, удобный момент. Я просто на дроне летал, а мелкий такой подбегает и говорит, типа, я тоже хочу летать. Я говорю, тоже хочу летать, хочу летать. Я такой думаю, а почему бы не запилить интеграцию, правильно? И, в общем, первые три моих раскрасочки ушли случайным просто детям. Пускай кайфуют. А вы можете раскраски заказывать, как бы не то, что... Ну да, пишите в личку, оставлю номер, пишите в Telegram или в WhatsApp для заказа, и все вам расскажу. Так, трактор комплектуется еще полуавтоматом, но тут полуавтомата нету. Тут у нас прочая механика. Из нововведений, смотрите, что у нас появилось из нововведений. По кабине ничего особенного. Кнопочка, кнопочка. Кнопочка. Вроде ничего особенного. Циклончик. Циклончик есть. Где подножку? Ой. Подножки тут. Из нововведений китайская резиновая гусеница. Получается, она взаимозаменяемая с металлической. Ничего конструкцию никакую не надо менять. Если канадская стояла, там нужно было обувать катки в полиуретан, вроде как я помню, тут были, да? Обивка что-то менялась. Вот эта железяка сама менялась. Тут был композитный какой-то материал другой. И сама гусеница немножко была другая. То есть сейчас ничего не нужно менять в подвеске, да? И она полностью одевается сбоку. Она сама армированная, металлическая. Вот тут, получается, видно. Резина, как мне сказали, стирается. И тут остается металлическое основание, которое будет держать... Ну вот, оно видно, тоже металл. Будет держать гусеницу. Не знаю, скажется ли это на удешевлении производства или что-то еще, но цена трактора упала. Цена теперь от 7 миллионов... Ой, 7,5 до 8 миллионов рублей. 212 лошадей. Работал в паре с плугом
4 корпуса, не знаю, чей клуб. Это какие-то подрессорки интересные. Не знаю, чей клуб. Врать не буду. Люди интересуются, людям интересно. Противовесы, все дела. Еще, народ, пишите мнение. Я думаю, этот трактор ждут. Ждут, в принципе, все, кому интересна гусянка. Пока снимает пресса, сниму я. Тот, кто ничего... Здравствуйте! Здравствуйте. Так.